Здравствуйте, дорогие товарищи. Тут на фоне звучит товарищ Штурмер, где-то на фоне молчит товарищ Хикс. Мы собираемся сыграть в очередную бету Анакрузиса. Нам пообещали много всяких фишек. Говорят, что добавили Versus, но я надеюсь, очень сильно надеюсь, что они поправили оригинальную компанию, скажем так. Ибо нахер нам Versus, если у нас не работает основная компания. Так что давайте пойдем и попробуем. Все за? Да, так я точно. Тоже тогда начинаю. Я этот самый, ну вы поняли. Да. Всем привет еще раз. С нами товарищ Штурмер и Дред. Йоу-йоу-йоу. Небольшой перерыв после Youngblood и возвращаемся в Анакрузис. Смотрим, что нового. Так, я это самое, в настройки сразу зашел. Я музычку потише пока сделаю. Я помню, потому что тоже он что-то маски делал. ПСМ не особо. Чё, блин, такое все консольное, F1. Пипец. Да. F1 на консоли, о мага, it's so beautiful. Кто делает настройки на F1? Человек, который курит бамбук. Что-то классическое, да? Обычно там настройки, не знаю, escape, там дальше уже options и все подобное. Как я их называю, options. Так, а мне... А, вот настройка команды. Раз, не понял, чего. Ладно. Чё у нас? Я разве за Бобёху играл? Я просто не помню, за кого я играл. ППБ, ППБ, о боже. Бластер. А, это такой же да. Ладно, я буду за Люкенга играть. Люкенга. Окей, давай. Все, я что, готов? Тоже. Давайте. Понесла. Работаем, братья. Питерские разборки. Те самые питерские разборки. Да-да-да. Так, а чё? Кто-то начать должен или мне надо что-то нажать? В смысле, что нажать? А, waiting for host to start game. Понял. Окей, фигня какая-то, да? Это интересная штука, что можно выбирать этот бонус временный или не временный. Вы там играете уже что ли? Да, ты что? Давно уже. Ты где вообще? Да я что-то не понял. А, тебя точно нет. Я в меню, у меня написано waiting for host to start the game. Пипец, сейчас попробую. Давай по новой, Миша, все фигня. Я поэтому и сижу, думаю, кто-то начать должен, или мне что-то нажать надо. Сейчас, где там друзья? Притом вы в отряде есть. Пригласить на трансляцию, не херня какая-то. Хикс, ты вроде как есть. Так, эскибэк. Либо я чего-то не понимаю, либо я чего-то не понимаю. Не-не, все правильно. Так. Вы тут в отряде есть. Сейчас, подожди. Я сделаю. Извини. Давай я покину группу и еще раз присоединюсь. Может, давай. Я в игру залечу. Давай, присоединяйся. Пипец. А я присоединиться к тебе не могу, кстати. Ладно, нахер. Все, заново. Я тоже не могу. Туда его.
код. Ну, может, через код отряда сделать. Так, вот я в отряде. Ага. Так, я давай выберу Лю. А ладно, Лю уже недоступно. Ты недоступно уже. Штурмер, ты же хотел за этого играть. Да, за пацана. Лэнса. Ну, давай поменяемся. Выбери кого-нибудь другого, а я выберу Лю. Угу. Все, готовы? Ты можешь Лэнса выбрать. Так точно. Понеслась. Да. Вот теперь что-то стало. Connection to host lost. Connection to host lost. I think you're confused. Boris would have never said that. Are you sure? That we should panic. Ага. Yeah, she never said. Угу. Не говори. Видимо, это игра на двоих. Бля, пиздец какой-то. Обожаю при альфа версии игр, бля. Так, подожди. Боже, какой гений писал код этой игры. А, все, connection to host timeout у меня тоже вылетело. Давай я к тебе присоединюсь. Ты ко мне? Да, давай ты создай. Так, пригласить друзей. Ага. А штурмера у меня нету в друзьях, так что это тебе надо его сюда пригласить. Блин. Угу. Так, как это сделать? Сейчас. Копия. Штурмер. А чё, да, а? Куда? Чё? Понял, слышал. Вот какой-то код. Да, я понял. Как непривычно, хочется все время нажать Escape, чтобы вернуться в предыдущую вкладку меню, а он вместо этого предлагает выйти из игры. Угу. Так, миссия, чего какую выбирать? Первый эпизод. Давай с самого первого эпизода. Да, самый первый эпизод. То есть здесь пока всего 4, это, насколько я понял. Или 5. А игра, получается, она что еще? Это бета, open beta или это вообще pre-alpha у нас? Это Early Access. А, Early Access, понял. Ранний доступ. Какой-то пиздец творится с соединением. Чё у нас в Верлике по Satisfactory, блядь? Там вообще ж хорошо все идет. Там пиздец как хорошо все идет. Там, конечно, когда мультиплееры делаешь, там... Там можно. Там... Полетели. Да. Чё, вы начали? Нет? Не, я вот нажал старт. Чё, да. Угу. Просто дело в чем? Ну... Как бы не знаю, может там два разных движка, этот же у нас на Unreal эта игра создана, может тут на каком-то другом. Нет, это тоже Unreal. Это вопрос тоже в прямых руках. Да походу. Нет, кого-то руки не исполнились. Ну ладно, разработчиков. Ну, видимо, сетевой код не оптимизировали, потому что тут сетевой код, ну, синхронизацию это делать. В Unreal это все руками делать через C, через. Надеюсь. Вдруг тут чуваки через блюпринты вообще все сделали. Не надо. Это вообще смерть. О, подожди, Хикса я вижу. А где штурмер? Загрузка вечная. У меня вечная загрузка, сейчас подождите. Сейчас он загружается. Слушай, музыку пока что он загружает. Да, рано вы, ребята, поздоровались со зрителями. Нормально. Ой, через стекло умудрился. Расстрелять всех. Не подключит, видать, к этому серверу. Так. Ну давай ты со нашими подключимся. Ну давай, это последнее. Перезапущу игру. Если что, слышь. В GTFO, может, пойдем, если он у меня сейчас скачан. Ты его, может, удалял.
Ну не, катается слишком долго, пипец долго. Хотя, если брать один какой-нибудь, о господи. Нет, мы можем просто дальше считать, что ты не штурмер, а Рейвен, и предложить поиграть в Fireteam. Понятно. А у тебя есть? Вот в том-то и прикол. Передай другому называется. Угу. Вроде отправилось. Не отправилось? Ты мне отправил. Да. Сейчас я тебе. Хикс. Блин, не тот. Контрол. Пощавые. А, о, блядь, понятно. Знаете, у вас, конечно, тут ребята. Угу. Вижу, вижу, нашел. Давай первый эпизод. Change mode, да? Да, да. Эпизод 1. Эпизод. Ты будешь этот самый ставить-то этого Лэнса? А, да забей, не-не, я за негра проиграю, потому что. Да, я а то белый цисгендерный мужик может портить на всю игру, да? Так, сейчас, подождите. Вот это и, короче, вот стартовник. Ну вот и посмотрели на обновление игры, все понятно. Еще не работает. 3, 2, 5. Погнали. Угу. Все готовы? Угу. Ага, у нас Хикс что-то, блядь. Нет, у меня грузится. Грузится? Да. А вы уже загрузились? Нет, сейчас смотрю ролик. Загрузились ты? Да. А я еще нет. У нас Хикс, да. Блять, это игра онли на двоих, я не понимаю, или что, блять. Че это за рофлы ебучие. Куда тебя, блядь? Через окошко. Боже, этот прицел просто имба. Это трэш, да. Да, надо рано трансляцию запустил все-таки. А я тебе говорил. А мы в прошлый раз вдвоем же, да, пробовали с тобой играть? Да. Поэтому все работало. Блять, а как тут можно пригласить вообще человека? Ну ты же можешь по коду присоединиться, попробуй. Да, я, наверное, тогда сейчас. Ну, у меня грузится еще, но я думаю, я уже не буду. Поэтому я делаю Alt F4. Так, Анна Крузис. Дубль 2. Давай по новой, Миша. Ну тебя подожди, Миша. New engine. Ты далеко не убежу. Надо было делать не на Unreal Engine, а на Unengine. На чем? Unengine, который российский, знаешь. Unengine. Unengine, типа ВКшно. Какой-то там наш, типа, убер крутой. Вот сейчас гружусь, кстати, по ходу к вам. Давай попробуем. О! Что-то. Победа, через костерину зашел. О! Ой, вижу Хикса. Я тебя спас. И в благородство играть не буду. Выполнишь для меня пару поручений. Ну, не вращайся. Уга, уга. Так,
кого убивать? Чужих. А вот в самом начале же еще, да? Да. Ну я. Оружие хотел другое взять, ну да ладно. Не, дробовик, конечно, тут не надо. Ни рыба, ни мясо. Блин, я люблю игры, в которых по умолчанию всегда бегаешь. Ба, ба. Не имба. Любишь или не любишь? Имба, господа. Не люблю. Да потому что все время хочешь называть шифт и побежать еще быстрее. А тут наш способный, да? Ну слушай, Left 4 Dead там такая же фигня. Ага, да, там сразу же бежишь. Так, где, куда вообще идти надо? Думаю, наверх. Че-то, а, вот вижу, да, лестница. Лестница в небо. Какая сложность? Я чё, знаю, что ли? Хорош. Ой, тут сенса, конечно. Вот тут перезарядка здесь. Charger, down this ramp. Пистолет, что ли? Ахуха зачесалась. Таких приколов. Я помню, мы же эту миссию играли тогда с тобой, здесь сейчас куча будет народа, по-моему, бегать. Да, что-то такое помню, тоже, да. Не знаю, у меня такая спокойная музычка играет, я эту музыку этой игры на минимум поставил, вообще сказка. Угу. Я тут бегу, я бегу, и мне вообще плевать, задом. Задом бегу, как передом, о да. Ха-ха, надурил дурака. Боже мой, боже мой. Эй, привет. Микс. Вот и все. Ты что, типа, First Mission Access? Или что, блин? Я думаю, нам наверх. Гранаты? Гранаты я люблю. А здесь рукопашку биться можно? Можно. На шип. Понял. Я понял, тут не особо много народа играет. Ты делал какой паблик? Ну, слушай, не знаю, я вроде закрытую сессию сделал. Ну так что это тогда? Не, в целом тут. Что-то не пойму, где вы. Это Early Access. Наверху. Мы наверху. А ты где? Да я тут. В каком-то помещении. Давай-ка там наверх. Ё-моё, как вам пройти-то, а? Я как будто в Тарков играю. То же самое, на развязке сидишь такой, смотришь на него. Вместо пытаешься кого-то выцелить. Кстати, может в Тарков пойти всем вместе? Не-е-е. О, нет, спасибо. Давай сюда, чувак. Я до сих пор вспоминаю мемы из 715 Тарков. Невероятно хорошая Романа игра. Романа Хорса. Хорса знаешь этого? Да, невероятно хороший.
Алёна. Рофлишь. Да, он там поддержку звонит. О, я раньше еще Хорса смотрел, когда они еще злыми партизанами были. Году в 14-м. Угу. А когда, да, блин, у них на их... Да... Такая же хрень. Medical Station тут есть. Первую часть мы прошли. Отлично. Сейчас опять подключаться, да? Сейчас посмотрим, что будет. Сейчас микропаралакс эффект. Ну они хотя бы сделали. Будьте здоровы. Будь здоров, без докторов. Хорошее пожелание. Чё это вообще? Я не помню по лору, чтобы эти, чтобы такие товарищи были. Алёш, куда? Засвечено, да? Да, это спецбосс. А здесь что, какой-то еще лор есть? Ну, это же игра создана, поэтому я не помню, как это называется. Почему тогда создано? Как пародия StarCraft, этого Star Trek. Star Trek? Ну, да, да, это в большей степени по Star Trek создано. Как они за... как их тех зовут-то, мудаков в Стартеке, которые в кубе летали, я забыл. В кубе? А, эти борги? Роботы. Борги, борги, да. Земля носит. Мы выжили, ура, победа. А мне что-то в последнее время очень хочется вернуться в этот, в Elite Dangerous. Давно уже не играл. Ну, блин, я могу скачать, кстати. Может попробовать зайти, поиграть на пару. Да надо на флотоносец докопить и все. Копил флотоносец купить. О, у меня все, у меня закончились патроны на автомате. А тут вот это, да, Energizer. Energizer максимум. Ага. Ел, хорош. Конечно, оружие здесь какой-то отстойное, честно говоря. Оружие вообще просто звездец. Это же этот... Это же невероятный StarCraft. Это что? Блин, что с ним? Star Trek. Либо этот, как в Star Trek у них такой. Ой, Star Trek, да, StarCraft, боже. Маленький переносной пультик лазерный. Ой, я оригинальную серию наконец досмотрел несколько... Пару недель назад. Это пипец. Как это стало вообще культовым? Капитан Антон Чехов. Ага. Кирилл Дуглас. Погиб по-настоящему. А это который в ремейке снимался? Ну да, 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 да. Русский который. Антон Еличин. Еличин, да. Да, было не весело. Боже, как их размонтил. Как дешевок. Кикс, давай к нам. У нас тут весело.
Не факт, знаешь, чисто. Но это не точно. Меня зажали в угол. Где висели? Где? А, ты там? Вижу, иду. Тебя. Я бегаю быстрее, чем ты. А почему? Знаешь, почему? Почему? Потому что я мужчина. Ну, в целом логично, конечно. А ты играешь за женского персонажа. Стой, красивый. Ай-яй-яй, какие расисты эти, как его, сексисты. Шовинисты. Разработчики. Феминисткам будет не очень весело. Надо проверить, кстати. Я понял, почему на меня все противники сагриваются, потому что я черный. Да, я хотел сказать, надо проверить, кто из нас быстрее бегает. Это что, что вы делаете? И глаза закрываются прям. Давайте пойдем. А будет мясо? Понятно. Ой, я, по-моему, падал. Чё, не помню, что будет. Чё, проверил? Как обычно, наверное. Спасите персонажа, который там везде на перилах. Апгрейда. Угу. Хотите больше боеприпасов? Let's go. Что это? Такие у них голоса мягкие тут у всех, а? Сегодня одно пройдем и все, и завтра уже. Да тут они как-то быстро проходят. Так, дайте мне 2 минуты и сейчас вернусь. Так, засекаем.
Так, я здесь. Что-то меня как-то вообще конкретно плющит. Это все алкоголь. Ты это как его? Допинг принял? Да. А я сейчас поиграю с вами и пойду погуляю с собакой. Фига себе. Нормально. Собака твоя как? Такая думает. Собака думает, блин, что хозяин-то охренел там 2 часа ночи, в 3 часа ночи гулять. Спать. Да он наоборот, он, знаешь, как любит гулять, а я-то с ним мало гуляю, а ему хочется больше. А, он так в любое время, да. Конечно, он за любой кипиш. А что у тебя за порода? Порода под названием No Name. Какая? No Name. А, окей. Да, за порода я очень... А, это афишка. Я очень долго пытаюсь выяснить, что за порода. Ну, не, вообще похожих не могу найти. Но он явно не, ну, не дворняга какой-то там, безродный. Ага. Зовут его как рэпера, Snoop Dogg. Окей. Добавно. А, это ослепитель, она типа такой. Да. Да как это, у меня сосед недавно подходит и говорит, а у тебя как собаку зовут? Тур? Я говорю, нет, не Тур. Снова говорю. Тур, это слишком жестко. Ур. Да. Тур, противотанковая установка. Окей. Ладно. Вообще, Тур это противотанковая проблема и ракета, но да не суть. Ну да. Надурил, надурил, ха-ха, надурил, надурил, боже, ты вот, ха-ха. На самом деле все подстроено геймдизайнером. Эй, что это было? Не люблю игры, в которых нет флешлайта. Так есть на F. Тут есть на F. На F? Вот я моргаю тебе. А, я понял, я на X поставил. Улучшатор есть. Шатер, ага. Хорошо. Спасибо. Теперь враги идут. Аптечка. Лови аптечку. Аптечку. Аптеч. Еще тебе доиграет успокаивающее как раз, чтобы спать. Меня, да, да, кстати. Не, я дреды. Да, я что-то вообще как меня плющит по страшному, чтобы заснуть. Ребята, ну ладно, больше питерских ребят нету. Там сверху какое-то поле. Это как раз, наверное, с той стороны можно открыть, да? Ага.
нравится, кстати. Ты про что? Лазерный винтовку. Ой, меня сграбили. О, уже нет. Ну, спасибо. Угу, убил какого-то. Не зря я лазер на последний этот оставил. На последних издыханиях. Угу. С другой стороны, хотя бы... Ой, блядь. Ага. Ладя свет, который... Наверное, если перезаряжаешь оружие... Миниган. Турельку кто-нибудь возьмет, если нужно. Я уже кого говорил. Взять? Турельку вот она. Да, я ж нажал. Так думаю, надо поставить сейчас, наверное, будет. А, подожди, надо. Давайте. Раз, два, три. Ощущение, что вниз надо уже. Ой. Да ёпарасы ты! Я разбился. Сам себя уработал. Коворовки, тюрьмя. Там не был могу. Угу. Мы проверили, что будет, если упасть. Да. Так, девочка. Что, ты меня поднимаешь? Вообще, вроде, должен. Да-да-да, у меня ревайвинг написано. Он ко мне пошел. Что? Как? О, я ожил. А как я ожил. Как ты ожил? Нам нужно в лифт. А как вы все живы-то? А чё я мёртв? Ты меня ревайв, заревайвил, и я пошёл дреда поднял, а я сейчас вот ищу тебя, бегу. Ну, меня ревайвил. Сверху. А где эта тварь? Она за мной бегает. Чё-то ты какой-то быстрый. А, ну, пистолетик, понятно, базу. Один на один давай с ним, один на один выйду. То кого? Как вы думаете, я его или он меня? Правильно. Правильный ответ, австрийский художник. Давай гранату возьмем, так уж и пипец, у меня глаза закрываются по-страшному. То же самое. То же самое, друг мой, то же самое. Да вы чё, ребят? Да, мы чё-то как-то... Я только проснулся недавно. Ой, где там элевейтор? Вы там обозначите его? А, вот сюда нам, в трубу, вот которую вы открывали, вот сюда. Меня наверх засосало куда-то. Убегай. Здоровья вообще нету. Кстати, конец морали.
Привет. И вам не хворать. А, вижу. Транслюкатор. Нахрен. Че мы? Блин, вот у меня за... русский постпанк начал играть. Не знаю зачем. Поставлю какую-нибудь другую песню. Nice work. О, четвертый, получается, четвертый тир, потом пятый тир и все. Угу. Вроде только один эпизод сделан. И то я не уверен про бридж. Это была мастер, это чего, что ли? А, нет, это дробовик, это долбанный. Угу. Какое? Фейковое небо. Обидно. Я думал, оно настоящее. Ладно. Птички поют. Мамашка, хорош. А? Ну и смех, и грех. Я говорю, мамашу убил, хорош. Я ж мать. Ну типа... Там нахуй. Ай, фак, не бум, щит! Щит! В базе. Культурные обитатели Санкт-Петербурга. За падение хп снимать. Кстати, у вас там белые ночи закончились уже? Да. О. 22 уж в темноте. Грейд на моем месте. А свет во сколько у вас? Вот, блядь, что не знаю, то не знаю. Обычно в 3 утра начиналось, сейчас его нет. Понятно. Так что да, не шедо, июль. До середины июля. Еще один апгрейд. Апгрейды я люблю. Ага. Я нашел мега имбу. Девочки. Фига вы там перков себе набрали. Подождите, вы что несете? Вы... Ребята. А ты где? Ты вон, смотри, где все тусят. Я там перебил половину народу уже. Ну молодец. А перк не получил. Если кто не работает, тот ест. Типа того, да. Health booster here.
Там такие, там, кстати, прикольные стволы есть, лежат. А где? Ну, в здании вот зайди, там один как минимум лежит. ЛМБ. Вот, я не знаю, как пометил. Постреляй. Да, я понял. Я пока этот... И вот это. Миниган. Миниган. Нет, смотри, на меня подходи. Смотри. Ба. Девочки, просто защи меня, подожди, блядь. А, хапуга. Так, а я, интересно, могу себя подлечить? Хикс, отлично. База. Каждый день это там. Андрей, ты тебя могу подлечить? Боховой. Не могу, понял. А надо? Да, у тебя здоровья-то мало же. Сейчас, я сам все подлечу, спасибо. Так, я так понимаю, нам вот туда, что ли, или это что-то цель указывается красненьким? Да вот за штурмером надо. Вот что там указывается. Я протестил абсолютно все оружие, СМБшка самая нормальная, по-моему. Какая СМБ? Вот у меня СМБшка просто, эти СМБшка МК-1. А то это вообще супер страшная. Попали, попали. Да ёпт. Тебя что ли? Алло, бля, спасибо. Нашла. Пойдемте в сад. Стреляться можно долго. Бежать надо еще. Я не подумал. Это его. Он убирает вообще без смысла. Держи мой пистолет. А чё я купил-то? Спасибо за то, что ты меня отметил. Они из пушков вылазят. Ёбаный язык, блядь. Ага. Прям No One Lies Forever по стилистике. Его, блядь. Совпадение. Блять. Брут. Ёп, походу, с этой народу-то, а?
Пойдем внутрь. Ух, какая фигня. Но это было так, не сложно и не весело. Ах, ну что, последний остался. Каким-то образом мы умудрились добраться до этого места. Но у меня на первое опять кинуло. Да, подожди, ну все здесь. Да. Кстати, этот... в Death Stranding очень хорошая музыка, очень красивая. Death Stranding? Да. Кодзима гений. Ну, как обычно. Так нет, реально, ты там ходишь, например, включил какую-нибудь музыку или сидишь чисто в менюшке, включил музыку, все, и тебе вообще какая-то. Это под Lost? Ну... Lost. Оригинал саундтрек. Lost. Пробовал, да? Как бы отдельно слушать. Да, я пробовал. Работает? Мне нравится только один Ост. Ола Раски. BFG Division? Не, понимаешь? Я понимаю, что это уже у нас кто писал. Гренейд! Нет, этот дробаш просто имба. Блин. Я с ним просто бегаю. О. О. Блин, а назад нельзя вернуться, да? Ты там тоже нашел, или это медстанция была? А, это медстанция была. Don't feel me, Boris. Надо вместе использовать. Раз, два, три. Вот это вот. Раз. Раз, два, три. Everyone ready? Ага. Сейчас я себе оружие взял. Где этот флашер? Нашел. Это рогатый скотина.
Блин, ну так темнеет все неприятно. Теперь стало слишком светло. Ты меня схватили. Вы говорите, дробовики не имба. Там мы и не спорим как-то. Мне, кстати, как-то этот парню подлечил. Как-то можно лечить друг друга. Что за адская месиво, месиво, а? Все горят. Да ну что, подождать пока это. Да не, мы просто все в один коридор зашли, который горит. Все горят, все стреляют. Ага, я велосипед, на. То есть... Медведь на велосипеде, да? Вот и синхронизация, да, здесь проблемы в игре действительно. Нужно иногда телепортировать. Не знаю, я ни разу не телепортировал. А мы еще когда в прошлый раз играли? Ой. Как тебя ограбили? Да, грабят, пытается. Мне очень интересно. Так, гранаты. Гранаты. А, да, кстати, тут здоровье, да, сверху тут лежат аптечки. Да, там типа health сканер. Еще какой-то солнечный зайчик. А ну иди сюда, падаль. А вы смеетесь, ребята. Что такое? Меня тоже заболевали. Меня заболевали. Я дергаюсь. Меня захватили. Меня схватили. У меня вот просто тьма на выход. Как пас прям. Девочки, что это такое? Так, тебя уронили, да? Где ты, где ты, где ты? Что ты не вижу? А вот подняли, ты... подняли, подняли, подняли. Ой. Тут два. Блин, я уже надеюсь, чтобы закончилась эта миссия. Что-то мне как-то... Да, у нас вроде там закончился. Ну.
Валите от меня. Не видите, мне плохо. Очень плохо. С аптечкой. Срочно. Где аптечка? А все, я даун. Я тоже даун. Урок есть, ребята. Мечки, пипец. Брут! О, отлично, спасибо. Ага. Сейчас на хлеб не помад. Да пипец. Куда идти? Что делать? Это типа бесконечный волны или что? Да, collect new perks, take over. Grab the memory device. Где memory device? Скорее всего внутри где-то. А все, супер. Какой ты веселый, да? Ура, мы сделали это, несмотря на то, что вначале тупили по-страшному. В смысле, тупили, тупила игра, которая не могла нас соединить вместе. И не говори. Ну ничего так. Ливаем. Ага. Ливаем отсюда. Глаза болят. Подожди. Вот игра в типа этот Early Access, а уже есть бьёванный Battle Pass. Это что такое, ребята? Ну, думает о том, как бы запустить все это дело. Видимо. Сначала, блядь, игру оптимизировать, потом уже запускать. Согласен, абсолютно. Ой. Ну, жесть. Так, ну мы с вами прошли 4 эпизода или как? Или один эпизод? А, прошли один эпизод, я так понимаю. Один эпизод, да, в котором 5 миссий. Или 6 миссий. Ага. Но... Типа 5 или 6 миссий у него. С точки зрения того, что мы видели раньше, помнишь, Хикс? Угу. То... А что там раньше было? Стало гораздо лучше. Да. Ну и пушки, как я понял, добавили. Новые, да? В том числе, да. И всего. Но мы тогда не доходили просто до тех моментов, когда можно было подбирать. А так все те же самые были поначалу. Короче, там лютое лаговало, в общем, и игра вообще не получилась. Сейчас даже есть прогресс какой-то. И несмотря на то, что мне нравится... Ну, короче... Мне, в общем, нравится стилистика, но на самом деле мне сейчас очень не нравится то, как стреляет оружие, и то, как... Сетевой код, скорее всего, тебе не нравится, и... И то, как ведут себя эти боты. Боты? Ну да. То есть, не как... хватает импакта от оружия, да? Да-да, очень... Но там даже, знаешь, ну да, во-первых, импакт, во-вторых, там еще как минимум вот эти просто волны ботов... враждебных, это просто смерть там для некоторых компов происходит. Если бы сделать ограниченное количество, либо чтобы трупы исчезали, было бы более лучше, потому что иначе там просто 30 FPS, у меня просадки иногда бывают, я такой, ёпта. Именно когда большая вот эта волна идет, я такой, бля, мне пипец. Такого. Ну да. Ну как... Не слабых. Как-то так, на самом деле. То есть... Я бы с вами еще сыграл там во второй, третий, четвертый эпизоды, если это не карта, которую мы на самом деле прошли уже, а действительно там небольшие такие компании, то я бы с удовольствием с вами прошел. Ну, я вижу, что это заняло, ну, у нас где-то 50, даже меньше минут, 40 минут. 40-50 минут что-то. Да, ну с учетом того, что мы еще минут 10 тупили до этого. Ну, то есть игра тупила, да. В общем, как-то так.
Ладно. Получается просто, знаешь, жестко ими силово, но без ощущения, что тебе сейчас очко надерут. Это знаешь, на что похоже? На что? На крутой этот... Крутой Сэм. Типа того, знаешь. А, серия Сэм, да-да. Серия Сэм. Только там... Хотя бы убить тебя могут, да, как-то так. А здесь просто ты в толпе ходишь, тебя вроде все во все щели... Трогают, да-да. Согласен, вот согласен. Это самое... Абэма. Да. Терминатор, блядь, тут да. Ни импакта, ни дэмэджа от ботов, ни... Ни сетевого кода нормально налаженного. Да, ну, так что пока что еще рановато говорить о том, чтобы, что игра добьется успеха. Ага. Не, на ранних стадиях для игры, которая создана, ну, когда была, блядь, вообще выпущена в этот... Open. Early Access. Ну, это опыт, считай. Да. Заснул. Ладно. Ладно, давайте закругляться. Да, пойдем. Она была в 22-м году. В 22-м году игра была создана. Именно выхода на площадку саму. Вот. Угу. Да. Меньше года, ну... Как бы, если этой игрой занимается несколько человек, а не полная студия разработчиков... Да. Ну, как я понял, это не полная студия разработчиков, это, ну, человек несколько там в этом команде, то в принципе это успех. Знаешь, уже, ну, все равно давно можно было бы довести проект, если бы занимались именно этой игрой. Ну, вот да, я не знаю. Если бы я вот сидел, занимался разработкой, и у меня вот один проект висит, мне кажется, уже давно бы. Даже в одно рыло можно было бы какие-то детские болячки устранить. Вот. Угу. Хотя бы сетевые чисто, синхронизацию и прочее. Угу. Ладно. Ладно, давайте заканчивать тогда. Да. Всем спасибо, кто смотрел стрим. Да. Подписчики новые. Всем спасибо, господа, за присутствие. Да. Все. Увидимся в следующий раз. Всем пока, спокойной ночи. Спокойной ночи, господа товарищи. Да, Хикс все сказал, там лайки, подписки, шары, донаты, да? Там... Не забывайте переходить по ссылочкам в описании. Да, лайкайте канал. Штурмера, подписывайтесь, да, на Хикса. Новую видеокарту. Да-да-да. Заходите в наш Дискорд-канал, кооператив «Дружба». Yes. Сейчас прикреплю в описании. Да. Можно, кстати, на этот, на Дискорд ссылку прикреплять? Они там не временные? Можно, можно. Там можно менять ее. Понял, отлично. Да. Ну, все, значит, прикреплю. Все. Все, всем спасибо, всем пока. Всем пока. Пойдемте спать, дорогие товарищи. Все. Да, все, я отключил тоже стрим. Все, давайте, давайте.